Международный конкурс «Новая волна» подошел к концу. Всего-то и осталось вручить победителю заветный трофей и соблюсти несколько традиций. Очередной знак «Новая волна 2017» появился на Аллее звезд. В торжественном мероприятии приняли участие организаторы фестиваля и виновники торжества – молодые таланты. Конкурсанты не скрывают радости от того, что теперь и их имя вписано в историю Сочи на Аллее звезд. Кстати, эта традиция перекочевала из Юрмалы, где «Новая волна» проходила ранее. Сочи – это достойная замена, отмечает бывший участник «Новой волны», а ныне почетный член жюри конкурса Интерс Бусулис из Латвии. На российский курорт он приезжает не первый год. Сочинцы очень добрые, отзывчивые, улыбавшиеся люди. Типа у всех все в порядке. Это чувство мне нравится в сочинцах, так что супер. Темой запомнился, и до сих пор я живу этим, что люди улыбаются. В этом году пополнилась не только Аллея звезд на Новоогинской. След международный конкурс оставил и у морского порта. А теперь тротуар возле ротонды украшает барельеф с символами новой волны. После переезда из Латвии конкурс неплохо прижился в Сочи. И сейчас организаторы уже строят планы, как обживать новое место. Может быть, со временем мы придем к тому, что на этом месте будет стационарный какой-то концертный зал. Может быть, не совсем зимний. Вот так, как сейчас, продуваемый, как дзинтеры в Юрмале. Может быть, мы придем к тому, что там будет зал, и там будет своя какая-то история и концертная, и весь сезон. Посмотрим. Подобные конкурсы не дают расслабиться и принимающей стороне. Не ударить в грязь лицом, быть чистым, комфортным и гостеприимным – важнейшая задача. Ведь если для новой волны Сочи это новый дом, то для курорта конкурс – это дополнительный поток туристов. Проект «Новой волны», он идет по нарастающей амплитуде. Мы видим, сколько гостей, сколько желающих, которые приезжают, чтобы попасть в новую волну, на новую волну. Мы видим, что с каждым годом открываются все новые и новые проекты «Новой волны», и они все проходят успешно. После открытия барельефов организаторы и участники «Новой волны» отправились готовиться к финальному гала-концерту. Инга Габеша, телекомпания ФКТ.